его приборы стоит сейчас, что значит, все помните, если борща будет положена, то будет положена. Точки. Одна рядом недалеко от завода, а другие, может быть, подальше, но зато там лучше городская инфраструктура. Планируются школы. Все в пределах 25-30 минут. Школы, детские сады, спортивные площадки и даже центр. Планируете такой комплекс? Да. На сколько? 2000. Порядка 2000. Мы будем запускать поэтапно. Сначала одну очередь, вторую для того, чтобы максимально быстро водить, чтобы не... Средняя стоимость. Мы рассчитываем, что стоимость жилья будет 30 тысяч рублей. А зарплата сколько? У нас 32 400 средняя зарплата по КБП. Это выше, чем по региону сейчас? По региону, да, где-то так. По региону 22. Это чуть меньше 20 800. У нас 8800 человек на КВП работает, из них 2500 конструкторов. Наверное, одно из самых крупных КБ в России. Средний возраст? Порядка 47 лет. А можно вопрос? Конечно. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, будут ли льготы на ипотеку для трудящихся? Куда на ипотеку? По ипотеке. Для сотрудников, которые работают, потому что... Вы знаете, это зависит от региона. Вот в регионах, особенно для молодых семей, такие льготы как раз создают. Особенно при рождении, скажем, ребенка, там сокращение выплат, прирождение второго, в некоторых случаях, прирождение третьего вообще прекращается. У нас похожая программа по субсидированию. Нет, мы субсидируем покупки. Часть покупки жилья для многодетных семей. У нас сегодня таких 450 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Ну, средняя цена у нас по региону нормативно 31 500 рублей. Соответственно, 18 метров на человека, член семьи, и мы вот такие, так сказать, субсидируем. В год мы выдаем порядка 100 субсидий. Вообще генеральное развитие сокращения самостоятельности.